Ола Амигос, на связи Матвей. Если вы следите за моим каналом, то могли заметить, что в последние несколько месяцев на нем происходит какая-то чертовщина. То я ухожу из Фортнайта, делая пару видео в один месяц, то я с того ни с сего возвращаюсь в начале третьей главы и резко начинаю делать видео по Фортнайту. И в принципе после этого логично, что у вас возникают такие вопросы, что блин у меня вообще происходит. Ну и сегодня в этом видео я отвечу на все вопросы касаемо этой темы и расскажу вам, как я стал зависимым от Фортнайта. Тема интересная и может преследовать каждого из вас, поэтому рекомендую обратить внимание. Не буду тянуть, поэтому давайте сейчас же и начнем. Почему я вообще ушел из Фортнайта? Я это уже рассказывал в отдельном видео на канале, и вы его можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. Но если вкратце, то комьюнити Fortnite умирает, мне надоела игра, да еще я хотел снимать видео по другой тематике. В принципе, все логично и причины обоснованы. Но блин, почему же я вернулся в игру? А я вам отвечу, что, во-первых, я переосмыслил свои идеи. Я говорил о том, что Fortnite комьюнити не развивается, так а что же мне мешает его развивать самому? Во-вторых, мне надоела игра, да, это абсолютно верно, но к большой неожиданности для меня выходит третья глава. Потому что лично я ожидал еще как минимум два сезона во второй главе, а тут опана, и вот вам третья глава, которая меняет все абсолютно кардинально. В связи с этим у меня как и появился интерес к игре, хоть это и ненадолго, так и появился шанс начать все с чистого листа. Третья, самая главная причина, это конечно же актив на канале, который упал ниже нуля. Многие из вас подумают, что дело в деньгах, но на самом деле это далеко не так. С этого канала я как и получал, так и получаю какие-то сущие копейки. 65% моего дохода идет с дочернего канала PokerMP, а он у меня сейчас очень стремительно растет. И несмотря на то, что там в 5 раз меньше подписчиков, чем на моем основном канале, но с него я получаю в разы больше. Поэтому даже когда я ушел из Fortnite, в деньгах я нигде не просел. Причина здесь в моих личных целях, которых я стараюсь придерживаться. Я хотел сделать свою основную тематику канала мобильные технологии, но не подумал о том, что это будет далеко не всем интересно. И даже несмотря на высокое качество моих видео, они все равно набирали мало просмотров. Я испугался, что такими темпами мой канал вообще умрет и станет абсолютно бесполезным. В таком случае, какой бы вообще был смысл в моей ютуберской деятельности, если бы все это привело ни к чему? Я уважаю себя и свои заслуги, поэтому решил продолжить то, что начал. А идею с каналом по мобильной тематике я отложу пылиться на чердак. По крайней мере, до августа следующего года, когда я закончу 11 класс, поступлю в ВУЗ, и моя жизнь станет намного легче. Если моя идея на тот момент будет актуальна и будут ресурсы для ее реализации, я, конечно же, создам отдельный канал, на который буду снимать то, что мне нравится. И постараюсь добиться больших успехов. Кстати, еще один момент, это, конечно же, моя учеба. Ни для кого не секрет, что на данный момент я учусь в 11 классе, и мне нужно готовиться к любимому единому государственному экзамену. И, соответственно, большую часть времени сейчас я трачу именно на подготовку. И сейчас мне не просто сложно снимать видео аж на целых два канала, так и еще реализовывать какие-то глобальные идеи по поводу моей карьеры. Поэтому на данный момент уход из Fortnite и реализация нового контента на канале не рациональная идея. Намного проще будет остаться в Fortnite и также дальше пилить видосики. Надеюсь, я смог донести до вас свою основную мысль и вам все понятно. Но все же хочу сказать, что изменения на моем канале определенно есть. А именно то, что теперь мобильный Fortnite не основная тематика моего канала. Я был абсолютно прав, когда говорил о том, что я собрал всю аудиторию мобильного Fortnite, которую вообще можно найти в СНГ. Поэтому сейчас я хочу популяризировать свой контент, но при этом не отходя далеко от темы. Я буду пилить больше видео, связанных с Fortnite в общем, нежели с самим мобильным Fortnite, которого по сути вовсе и нет. Да, я был прав насчет того, что мобильный Fortnite умер, и с этим спорить, думаю, бесполезно. Но все же из-за уважения к вам, дорогие зрители, я из самого мобильного Fortnite никуда уходить не собираюсь. То есть, да, основной контент у меня будет обычный Fortnite, но при этом все же иногда я буду выпускать видео именно по мобильному Fortnite. Более того, играть в игру я также буду именно на телефоне. Как минимум потому, что мне лень, да и вообще некогда учиться играть на компьютере, и я в этом просто не вижу смысл, ради чего я вообще тогда покупал этот игровой телефон. Поэтому, ребят, не все так однозначно. По итогу получается, что если я покину Fortnite, то и этот канал я покину тоже. А если я захочу снимать видео по другой тематике, я создам для этого отдельный канал.
канал. И да, если что, я вернул все видео по Fortnite, которые я до этого скрыл на канале. Более того, для удобства я рассортировал их по плейлистам. Если вы новичок, то крайне рекомендую посмотреть мои старые видео по Fortnite, потому что они получились очень крутыми и интересными, но по какой-то причине особой популярности не получили. Ну и в принципе это все, что я хотел вам рассказать. Вообще, я планировал снять и выложить это видео еще до выхода третьей главы, но в связи с подготовкой к итоговому сочинению, которое прошло 1 декабря, сделать я это не смог. И причем не зря, потому что кому интересно, но итоговое сочинение я написал на 5 из 5, да-да. Но ладно, это не важно, важно то, что теперь я снова в деле. Ставьте лайк на это видео, если вы меня поддерживаете, и обязательно подписывайтесь, если вы тут впервые. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «Привет», только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей, с наступающим вас, дорогие друзья.